Подходите ко мне ближе. 096, 688, 1888. Компьютерная техника, то есть здесь у тебя администрирование, это размещение отложек на неоплатных услугах. Я бы вам тоже сообщил информацию. Мы, Евгений Игоревич, мы, Евгений Игоревич, с вами... Буквально ударили. Вы меня слушайте, пожалуйста. Да я слышал. Ну, мы будем работать или мы будем сидеть вот это? Нет, как-то... будем работать. Все. Но я вам слушаем. Хочу сообщить обязательно. Я обязан. Игоревич, число есть здесь, да? Вы желаете, чтобы он где они находятся? Подождите. Ну, это же не человеческий подход. Где вы? Евгений Игоревич. Прошу, Евгений Игоревич. У нас будет с вами время пообщаться. Значит, мы проводим обыск, вы привлекаетесь к проводнике. Значит, ваши обязанности входят присутствовать в проводнике на телефон. А? Лично. Ваш? Нет. Мой, я не знаю. А чей? Ты его телефон. А. Я не знаю, где я буду. У меня нет. Лично от кого их получили? Ни от кого их не получил. Ни от кого? Сегодня ни от кого их не получил. Это мама. Что за это? Это шампунь какой-то, да? Нет, это смазочка. Это шампунь. Час предоставления интимных услуг стоил 1000 гривен, 50% оставляла себе девушка, 50% забирали себе сутенера. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.